за счет того, что и уровень жизни, и длительность жизни продлится, инфантильности будет намного больше. И требования к школам, и от родителей, от самих детей. А куда мне идти работать, где мне себя определиться, это будет следующий вызов. И, конечно, если смотреть на опыт больших этих городов, где есть доминирующая логика больших корпораций, будь то там Сан-Франциско или какие-то другие города, то они, конечно, хотят знать уже, они хотят видеть талант уже в 14 лет, они хотят уже его поймать, они хотят увидеть, почему они спонсируют все эти олимпиады, смотрят, почему они готовы снимать уголовные преследования хакеров, которые умудрились сломать их систему и сразу предлагать контракт, потому что сейчас задача будет одна – притащить себе работников поближе к себе с любыми их идеями, дать бесплатное образование. И города будущего будут именно те, которые будут давать работу и будут давать интересное образование.